Инспекторы Госавтотехнадзора в рамках спецоперации «Свет» продолжают следить за исправностью и состоянием объектов наружного освещения на территории муниципальных образований Московской области. Операция «Свет» особенно актуальна в условиях короткого светового дня, а тем более сейчас, когда в связи с погодными условиями очень скользкое и хорошее освещение необходимо, чтобы избежать падений и травм. Исправное освещение дорог, улиц и дворов – это залог безопасности жителей. Поэтому, исполняя поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева о превращении Подмосковья в регион комфортной жизни, мы будем заставлять нарушителей оперативно устранять все неисправности объектов освещения, отмечает руководитель административно-технического надзора Татьяна Витушева. В рамках целевой проверки кровля инспекторы Госавтотехнадзора продолжают выявлять нарушения в содержании крыш зданий, находящихся на территории Подмосковья. В ходе проводимых рейдов особое внимание уделяется очистке от снега и наледи крыш социально значимых и наиболее посещаемых объектов. Это школы, детские сады, музеи, магазины и сельские клубы.